Мы рядом с площадью Пьяцца ди Попола. Там может быть парк хороший. Что у нас останется? Останется все те же 30. Ну купи. Это ворота на Пьяцца ди Попола, площадь. А вот здесь как раз Вилла Боргезе, парк. Парк Виллы Боргезе. Сейчас мы пройдем на эту виллу. Пьяцца ди Попола. Вот три улицы, которые идут к разным главным храмам Рима, о которых рассказывала Анна с Пьяцца ди Попола. Хорошо, Зай. Вот через эти ворота был вход в Рим. Ну, более-менее древний Рим. И отсюда три дороги идут, три улицы. Вот они. Все это на Пьяцца ди Попола. Минимусы. 21 января 2015 года. Рим. Все цветет. Мы поднялись в парк Виллы Боргезе. Птички поют. Хороший вид на Рим. Да, Маргушенька? Хороший вид на Рим. Что? Да что ты? Тут уже пишут по-русски. Тут прилево поставили. Красиво. Слушай, это потом встанут. Это Ватикан там, да? Да, ну да, вон замок ангела. А я приближаю, все хорошо.
Конечно, у меня здесь. Мы сейчас на другом берегу Тибы. Вон наша гармошка где, смотри. У тебя видно красиво? Да. Точно? У меня же качество хорошее. Я поснимаю, все тебе передам. А что меня потом снимешь, ладно? Обязательно. Я уже не могу снимать. Конечно. Баргезе был не последний человек, конечно. Ну, можно просто обойти вот здесь, далеко. Вообще иметь такое количество земли в Риме уже уникально. И какой земли? Фотографии ты делаешь? Какие-то? Да, я уже надела. Пойдем за это. Ну я вообще не делаю, пожалуйста. Куда мы здесь? Тут птиц много. В январе месяц. Ну как они чирикают. Конечно, в парке спокойно. Да. Снимем схему? Нет? Не будем? А? Схему не будем снимать? Зачем? Ладно, не будем. Да? Ну, почти что. Действительно, смотрите, розы. 22 января. Или 21, какой сегодня? 21 января. Полный рост. Да, смотри, розы цветут. Что-то в Питер совсем не хочется, а, Занька? А, ворона. Нет, ворона. Ворона. Да, ворона. Так хорошо на виде Боргезе вообще. Так прекрасно. Да, летом, конечно, сейчас. Ну и жарко, не забудь. А сейчас такой очень умеренный климат. Кстати, римляне летом на острова уезжают, на Средиземку. Ну вот, мне так говорили. Сицилия, Сардиния. Их там много. И то, и другое. О, отсюда смотри, красиво. Весь Рим на ладони, ты счастлив и нем. Да, и только немного завидуешь тем другим, у которых все это еще впереди. Да-да. Наверное, эту патрию даже не видно летом. Думаю, что да. Заросла. Кто же это у нас? Какая-то девушка. Да, ничего не видно, ножки только светила. Что, и ножки там есть? Да, по-моему, вон ноги. Разве это не ноги у нее торчат? Ноги торчат, если ты. Или это русалочий хвост. Русалка. По-моему, это хвост раздвоенный. Да, тут куча разных. В принципе, она есть целиком, это не бюст. Может быть, взяли? А в прудах на Тиволе огромные рыбы плавают. Я думаю, сейчас, в таком-то благодатном... Да? Так это у нас кто, человек? Женщина, да.
Ну, я не знаю, может, там рыбеход, потому что я смотрю, что там явно не ступни. Время некоторые женщины, как бы не совсем женщины. Померанцы, пожалуйста. А вон деревце. Ты знаешь, что непривычно? Мы же привыкли. Вот такая сейчас, как будто самая-самая ранняя осень, даже бабье лето по климату. Да. И ни одного желтого листочка. Редко-редко. Пальто бабье лето не ходит. Не приходит на легкую одежду. Ну, очень ранняя осень по климату. По климату сентябрь. 15, 20. Да. 21 даже. Где? Вот это? Да, посмотри. Вау. Ого. Вот я туда подойду, к ней сниму. Да. Два бабы такие. Это целиком, чтобы люди были не видели. Наоборот. Это водяные часы. Водяные часы, да. Точно, да? Точно, абсолютно. Водяной фонтан, видишь, вода идет. Механизм. Фонтанчик, да. Стрелки идут, да. Обалденный, красивый фонтан. Классно, да? Угу. Время правильно, я думаю? Да, конечно, обязательно. Неправильно. Время, конечно, неправильно. Все время, еще правильное время. Это же полпятого где-то примерно. Ну, может, не полпятого. Данте? Данте. Ну, прямо у Данте сидит. Ватикан виден. Вот такой красивый самый вид. Слушай, Миша, сделай такую фотографию. Вот с этим плющом, с этим. Переверни вот так вот стены. Или такую. Смотри, чтобы вот это все. И плюща кусочек, и эти пальмы с сосной. Да, и хорошо, купала. Да, красиво. Да, хорошо. Может, это были скворцы? Замечательное место. Мастерская купола рядом с Пьяцца ди Попола.
50 Треви. Фонтан Треви на ремонте. Тут я был первый раз в Италии. Когда. Вот по этой улочке я и шел. Как раз по ней.